Вы знаете, кто такие клокеры? Как гласит Википедия, это группа людей, которые за деньги занимаются созданием искусственного успеха либо провала театрального артиста. Клокер – одна из древнейших профессий. Уже в 3 веке до нашей эры драматург-комедиограф Филимон нанимал против своего соперника Меландра клокеров. Активно этих людей использовали до начала 20 века. Потом профессия в силу определенных обстоятельств стала маловостребованной. Сегодня мэрия Астрахани возродила клокеров и использует их для своих собственных муниципальных нужд. Правда, в далеких от театральных подмостков целях. Некоторые из них даже находятся на полном бюджетном довольствии, то есть входят в штат городской администрации. Знакомьтесь. Главный клокер Анатолий Садиков является уполномоченным по правам человека при мэрии города. С завидным постоянством посещает все мероприятия организованной партии «Справедливая Россия». Не брезгует ненормативной лексикой и рукоприкладством. Имеет в своем штате несколько не менее активных клокеров, причем как мужчин, так и женщин. Я не выражаюсь, я вам говорю нормальным языком, блин. Да, шею вам качает, шею. Да я никто, я живу. Вам будет все, у нас есть власть. Надо отдать должное астраханцам. Засланцев мэрии быстро выявляют в толпе и выгоняют. Тем не менее, будьте осторожны, не поддавайтесь их речам. Помогать вам они не собираются. Единственная их цель – дискредитировать астраханское отделение «Справедливой России» и ее лидера Олега Шейна.